Итак, всем привет, Спанчбоб, и мы продолжаем играть в игру Шлюпа всему это. Да, это делать будет очень странно, ведь игру мы уже давно прошли, точнее, несколько видео назад. Я пока музыку уменьшу. Мне нужна большая музыка и вот этот телефон я уменьшу. Что же вам хочу поговорить? И, короче... Когда я зашел в игру, хотел поиграть, я нашел вот это. Вот этот телевизор и какую-то кассету. На ней написано Nigel's Research, не знаю, как сказать. И вот тут написано Team Fortress 2. А вот многие знают эту игру. Я же не играл. И подписано на картинку. Ну, похоже, там роботы какие-то. Ну ладно. Ну давайте возьмем эту кассету. Ее нужно взять. Берись. Ставить сюда. Что же мы увидим? Надо открыть эту штуку. Подождите. Я не знаю, что тут. Как ты открыть? Открывайся. Продолжим потыкать. Мне кажется... Сейчас я выключу запись и проверю. Так, я продолжаю. Короче, понял, что надо делать. Короче, надо просто втолкнуть ее как-то. Сейчас мы повторим это. Втолкнул ее, но играть я миссию пока что еще не начинал. Давайте пробуем. Пробуем, надо втолкнуть ее. Ну давай, вталкивайся. Чего очень трудно взять? Она просто берет почему-то. Так. Ну, да вталкивайся, давай, короче. Да, я. Ну хочу втолкнуть, вталкивайся. Ну, сейчас придется выключить запись. Наверное. Просто не хочет сталкиваться. Она мне вышла, или я, наверное. А, блин, это трудно. Ты замолчи. Тупой телефон. Ой. Пока. Блин, как я втолкнуть, а? Вот я знаю, что нам нужно втолкнуть. Блин, мне уже что-то успеть выключить запись. Ладно, я выключу запись, которую я втолкнула. Так, у меня есть шанс. Ну, втолкнешься? Во, смотрим. Медик! Да. Oh, anyway, that's how I lost my medical license. Даже не знаю, что сказать. Так, давайте осмотримся. Так, холодильник, я помню, я смотрел медзаметик, и в холодильнике что-то должно быть. Тут я вижу это. Я помню, что там был где-то, когда я смотрел медзаметик, я... Ну, тут бутерброд у нас, конечно. А верхний мы можем открыть? Там же должен быть... А, ладно. Ладно, пока я думаю... Где что мы делаем? Бутерброд. Возьмись. Может, можем здесь? Как его взять? Вы можете взять? Бутерброд, берись. Хочу отдать Хэвику. Блин, кажется, я не могу взять бутерброд. И это вообще возможно сделать. Неужели нельзя... О, все. Разбивал, и моя рука застряла в текстурах. Не, реально, она застряла в текстуре. Как это назвать? Рестарт. Попробуй, давайте. Вытащите эту штуку, если вы, то мы начнем делать операцию. Давай. Сломаем бутылки. Еще сломаем. Давай, валяйте. Бутылочка! Нет, сушки. Блин, опять! Нет. Я не хочу, чтобы она опять застряла в текстуре. Опять пишет в стиме. Что мне написать в стиме, когда я играю? Ну, блин, походу это невозможно, у меня только рука застревает. А ну, вытаскивай свою руку, медик. Да. Это, походу, невозможно. Ладно, давайте не будем пытаться, давайте сейчас обстрелим миссию. И уменьшу звук. Так, что нам чуть-чуть надо? Нам разбить, вот, как бы сказать, кости, да? Бедный Хэвик. На, вот. Наверное, все-таки как-то, знаете, как я думаю, наверное, все-таки как-то можно. О, как там зовут этого Рай, не знаю, как зовут этого птенчика, нет, я помню, как его зовут, но я могу забыть, как он называется, ну, немножечко.
А ты если можешь взять бутерброд и потянуть его ну, в рот, засунуть бутерброд. Что засунуть палец ему в рот? Палец в рот. Сейчас. Палец в ротик. Палец в рот. А, нет, ладно, хорошо, давайте. Посмотрим к игре. Так, чем будем ломать его? Ну, кости. Пила, баба. Пила это самое. Ну, так, ладно. Давайте эту штуку и выкинем ее и возьмем гаечный ключ. Гаечный ключ это самое прочное. Эх, ой, отсюда. А теперь. Ну, она не ломается, а моя прочные кости. А, да, он же сам прочный. Ну, блин, трудно. Ну, это, кажется, хардовая миссия какая-то. Ну-ка. Она будет не так просто пройти. Давайте вытащим эту кость. За что, думаю, это нам пригодится. Если мы все вытащим, то все будет нормально. Ну, расскажи. Мы можем что-то вытащить, ведь я знаю баги-то и вот. Ладно, так, чем бы можно еще было побить? Бетковым топором. Сам топор. I'm Pyroman. Не могу ударить. Давай, чтобы таких классных миссий дался. Который будет тут. Подождите. Выключу запись, пока одним ударом вот именно вот этой штуки, вот именно вот этой. Вот этого штуки я ударил Машкой всю грудную клетку. Вот, одним ударом. Вот я не знаю, как это назвать. Я просто взял вот наш, ну вы знаете, вот эту штуку, вот я показываю, и уничтожил сразу всю грудную клетку. Классно. Так, вытаскиваем его. Дыхательный. Как это называется? Блин, как трудно достать-то. Все равно, давайте что-нибудь другое ставим пока что. Что я могу достать? Что пока что я ничего не могу достать. Ну, что-нибудь должен достать. Значит, это будет как-то не круто. Ну, ничего не может достать. Интересно, почему-то. Ладно, что это с этой? Блин, не выходит. Ну, давай, достать. Давай, блин, сердце мешает доставать их. Давайте. Штука. Блин, не выходит. Не выйдет, блин, штука. Точнее, вообще вот эту штуку. Что это? Я не могу иногда достать, это очень трудно. Нет. Давай-ка. Ой. Нитка, пока. Теперь у нас надо достать. Вот это я так не могу его достать. Как его достать? Понятно, наверное, текстуру застрял, что ли. Вообще можно достать? Блин, надо сердце, не знаю, порезать и вытащить его. Ну, попробовать можно только вот этим. Ну уж спай. Ну? Ужасно, выпаду у меня из рук. Единственное, с чем я могу порезать его сердце. Вырезать его. Если не пить, я сейчас проиграю, наверное. Блин. Я могу взять нормально эту штуку на нашей жизни. Вот так, нормально. Так, одной ножкой это. Ложь спает. Про не говоря. Почти. О, все, вытащил сердце. Точнее, еще не вытащил только. Блин, сейчас же умрет-то. Нет? Блин, шоу режет. Понятно. Так, ладно. Как тут не застряла эта штука, наверняка она так на себя застрянет. Я не смогу пройти эту миссию. О, боже мой, как долго. О, сердце достали. Дома. А, не знаю. Теперь эту штуку надо достать, иначе мы не пойдем в эту миссию, верно? В чем проблема? Почему не может ее достать-то? Доктор, что такое?
У вас проблема? Да какая? Почему не можно кстати востет? Блин, точнее его легкая. Которая нельзя достать, походу. Ну ладно, значит будет без этого. Так. Да, давайте Димас наша. Калькулятор. Точнее, холодильник. Еще заставим сердце и все. Так, я думаю, нам уже большое сердце. Человек-то не маленький. О, какое огромное. Давайте. Локодяма все на этом закончится. Что надо делать? Ну, можно достать легкое, не знаю. Короче, пока я буду звать елку, я выключу запись здесь. Наконец-то ты достал после часа пытания его достать, я его достал, так что иди в суп. Так, ладно, ну давайте теперь положим сердечко, думаю. В том, как в самом обзоре на этого миника его грудную клетку спасем. Ну, и почему не? Даже не знаю, что надо делать. Чего не видно? Так. Что не видно-то? Что надо делать? Может уже надо грудную клетку, что ли? Я ничего не понимаю. Ладно, я сейчас пойду в интернет читать. Может ничего не найду. Короче, я сейчас буду перепробовать все варианты. Что не должна делать? Может это маленькое сердце. Кстати, хочу. Я посмотрел все достижения игры, я нашел одно достижение, которое я смогу сделать. Короче, надо взять. Надеть сердце. Вот это маленькое. А сейчас большим такое не прокатит. Надо взять это сердце, если возьму, то значит достижения не будет. Ничего не будет. Достижение, конечно, выполнил. Причем. Блин, вообще тупо. Но опять оно застряло, как я не знаю, что. А, все. А, нет. А, все, короче, я сейчас проверю, как все надо сделать, точнее, как пройдет миссию и. Проверь, все такое и скажи. Так, я узнал, что надо делать там в интернете, типа он. Потому что если я сейчас. Забы кто? Все, это конец. Тупая рука. Открывай. Мне нужно большое сердце. Нужно большое сердце. Нет. Да куда оно улетело уже? Это. Да у меня еще рука застряла. Это конец. Да что с моей рукой, блин, это тупо. Я столько играл, я столько старался сюда, ну. В общем, это не пройду никогда. Я при этом запускаю уровень. Короче, покажу, что надо делать, а как мне запущу. Ну, давай. Да, да что ты не взялся, вот скажи мне, что за рука? Как он не взял, скажите мне? Я же... Anyway, that's how I lost my medical license. Как это пройти, скажите, не умоляю вас. Как это пройти? Как? Да. Смотрите. Это сердце, как я узнал, нужно положить на вот эту штуку. Что-то не выходит, блин. Может, это маленькое сердце? Видим, садило сердце. Ну что дальше, да? Ну, садились сердце. Открывай, а она, конечно, убером накачает. Ну, сейчас попробуем. Блин. Вот сюда еще положим его, если он сейчас не упадет как тупо. Еще я вижу, нашел вот эту штуку, которая вот так. Вот так вот. Что это за бред? Ты боже, тьфу, суп. Давай, улетай. Да может пациенту... Да хватит резать его. Реально, уже не давало. Вот эта штука. Да ей можно управлять. Это управление. Это, что управлять, я не знаю. Машина, которая управление. О, выходит. Только на цель это точно. Да блин, видите, она будет оставить. И обходит. Она живая. Что же ты не можешь? Да это управление, это я не знаю, как это назвать. Картошка, вертушка, это блин. Погремушка. Я выключу опять. Блин, 100 раз, 500, 600, не знаю.
Так, кажется, я сделал сердце. Сейчас проверим. Проверим. Ты не туда целишься. Давай, выберу пушка. Ну, кажется, уже больше никого. Проверим. Выберу сердце. Да, вот так. Поставим, нет? Думаю, это все, что я могу делать. Ладно, проверь, еще немножечко, конечно, но та совсем немного это победа, и если я сейчас проиграю, то я эту играть точно не буду. Точнее, сегодня этого уже точно не буду играть. И это может быть в первой серии по Team Fortress 2. Сегодня симулятерскому. А если сейчас я проиграю, ну, так и будет. Как я сейчас сказал. Еще, конечно, дальше слышишь эту шутку. Достать. Ребята, очень трудно. Я уже проигрываю раз 505. Ладно. Не знаю, что сначала вытащить. Ну, короче, вытащить, конечно, шутку. Сначала. Шутку. Короче, ну, это. Я выкатил. Шанс есть, шанс есть. Он очень маленький. Сейчас возьму эту штуку, то шанс вообще не будет. Я могу только есть. Да что это, как это не дотронуться? Я сейчас могу купить его. Вот и все, я завез эту штуку. Я так гудню где-то поставить, я не знаю, что надо делать. Давай, восстанавливаем. Не хочет его восстановить, что такое? What's problem? Не все? Что еще надо сделать? Все, что можно было сделать. Разложить сердце! Что делать? Положу эту штуку. Что дальше? Сейчас все сердца так поделаю. Всем сердцами. Забой. Нет, пока. Получился, что его, что это просто полный тупо. Что невозможно. Пройти. Нет, возможно пройти, но я это не пройду никогда, наверное. Что я тупо не знаю, что должен делать. Ты меня сейчас. Что ты еще должен делать? Я его все вырвал. Что еще остается делать? Убить его? Блин. И не когда назад. Короче, так нельзя пройти, я это не вложу. 100%, если я вложу, то я вложу. Бей, Симо! Давай! Да что это за бред? Он не может! Ты как? Как это? Я пройду эту игру, но не сейчас. Невозможно это пройти на сейчас. Давай вверх. Я куда-то. Это тупо. Губную клетку восстановим, пожалуйста. Я пойду-то когда-нибудь. Спасибо. Ну я пройду эту игру. Не сейчас, потому что это невозможно пройти. Именно сейчас. Потому что эта игра очень трудная. Нет, на какого кровотечения остановить? Я не знаю, это невозможно, кажется. Я не знаю, как это сделать, короче. Все. Ладно, я перепрыгну, что он шанс. Кинуть цель, скажите мне, пожалуйста. Как ты
всех всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Спанч Боб, мы прошли эту тупую миссию, точнее, классную миссию, всем пока.